Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 234. Ревность – это от Бога или человек по своей воле должен ревновать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что такое ревность? Ревность – это сильная любовь к кому-либо и гнев или негодование от любви происходящее, жалость, деятельность, сострадание. В скобках числа 25.11, Псалом 68.10, Второзаконие 6.15, Иоанна 2.17. Также значит соревнование, старание подражать кому-либо. 1 Коринфянам 9.2. Господь свои отношения к людям выражает человекообразно под образом горячо любящих супругов и потому ревнующих и не терпящих какой-либо измены. Исход 20 глава 5 стих. Полный церковнославянский словарь Григория Диченко. Человек, который почивает на лаврах, успокаивается на достигнутом, никогда не будет ревновать. Ревнует тот, кто желает лучшего, высшего. Это состояние повышенной бдительности, устремленности, неуспокойности. Это чувство Бог благословляет, когда оно направлено на достижение доброго, возвышенного. Иногда ревнуя, стараются отвратить от чего-либо доброго и привести к своим понятиям. Болезненно реагируя на всякое новшество, как и в плотских делах, ревность должна иметь ограничение, меру, иначе она превращается в страшное, испепеляющее чувство, доводящее до смерти. Числа 5 глава 14-15 стихи. «И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее ели и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии». Третье царство, 19.14. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Псалом 68.10. «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Псалом 118.139. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои». Притча 6.34. «Потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Книга Песней 8.6. «Положи меня, как печать, на сердце Твое, как перстень на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность». Стрелы ее – стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Иакова 4.5. «Или вы думаете, что напрасно, – говорит Писание, – до ревности любит Дух, живущий в нас?» Римлянам 10.2. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». 2 Коринфянам 11.2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Галатам 4 глава 17-18 стихи. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Откровение 3.19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся».